Здравствуйте, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сейчас я попробую впервые подровнять кончики сама себе. У меня волосы немножечко лесенкой, уже надоели эти концы страшные, ужасные. Все-таки нужно обновлять, как бы мне жалко не было. Итак, если вам интересно, как я это буду делать, оставайтесь со мной. Итак, быстро начинаем расчесывать с двух сторон. У меня сменилась камера, кстати, у меня память на айфоне забитая, и вот такая фигня произошла. Сразу можно разницу посмотреть. Значит, смотрите, я отделяю первую часть. Вот я сделала это внизу, обрезала, хотя можно было вот так вот сразу наверху обрезать. Не обязательно. Так как я делаю первый раз, у меня ошибочки такие были. Теперь разделяю это на две части. Для того, это чтобы был ориентир, чтобы у нас были одинаковые стороны. И потихонечку вот так вот вертикально отделяю по прядке, и вот от первой нашей прядки я вот так вот равняю. Равняла, вы знаете, там у меня, как вы видите, ножницы то так, то так. Я просто вот смотрела по тому, что было у меня, просто обрезала кончики. Вообще, можно было бы и по-другому делать. Вот так вверх поднимать, да. И обрезать. Вот как у меня было лесенкой, просто я чуть-чуть больше, ну, обрезала кончики и смотрела, что получается. Не обязательно прям ровные такие пряди, брала наугад. Каждую прядь, вот видите? Ровно. А еще вот я научилась филировать вертикально ножницы. Просто вертикально ножницы держу, и в любом случае мы не попадем между волосинок, какие-то волосинки уйдут. Оно, кстати, очень это сравнивает лесенку. Опять я так вверх все сделала, видите? Кончики притянула себе, обрезала и профилировала. В принципе, неплохо получилось, мне понравилось. Хотя все равно к профессионалу, наверное. Но это так, знаете, просто кончики подровнять, реально освежить. Видите, совсем чуть-чуть беру, так что не страшно. Если вы первый раз, вы можете вообще совсем чуть-чуть обрезать. Потому что я довольно-таки много, мне кажется, обрезала. Даже девочки на вокале заметили, что я подровняла волосы. Ну хорошо, они посвежее стали. В принципе, все довольно просто. Что у нас там? А, проборчик на посередине лучше делать. Хотя я пробор постоянно ношу чуть-чуть сбоку. Я потом в конце буду уже равнять их на мой пробор. Опять, видите, подровняла, профилировала. Филировка очень полезна здесь, так что просто вертикально ножницы и по всей ширине пройти. Вот я сделала одну сторону. Сейчас ко второй приступаем, расчесываем. Сначала начало, тоже от первой прядки, видите, я уже вижу, оп-оп-оп, профилировала. Чуть подровняла. Ну, это там уже косяки какие-то смотрела, обрезала. Еще чуть-чуть. Вверх вот так, да. Раз. Мне было неудобно, кстати, вот с этой вот стороны, когда руки выворачиваю в разные стороны. Потому что не видно, на самом деле неудобно. Ту сторону легко еще, потому что правой рукой. А здесь уже вот то так, то сяк, руки выверну. Вроде получалось. В быстреночке все так смешно. Так интересно, кстати, я никогда не озвучивала сверху вот так вот. Интересно, что получится. Так-то вы меня не видите, я не в образе, вроде как, опа, расслабилась. Сейчас сама даже послушаю, что получится там. Уже корни пора красить. Но я же решила перед Новым годом к любимому поеду в гости. Так что они отрастут уже к тому времени. Так что потерпите мои корни немного. Вот, все, я, значит, расчесала с двух сторон. Потом я сделала пробор мой, который изначально. Сейчас я буду равнять впереди их, потому что впереди здесь не видно, но я уже бегала в зеркало и смотрела.
А, нет, еще не бегала в зеркало. Это сейчас я просто подровняла, это я сделала просто свой пробор, и я решила снова профилировать их еще, чтобы вот не было каких-то четких, да, видите, я верхнюю часть взяла, профилировала, теперь нижнюю взяла, вверх профилировала, просто, видите, филирую, вот так вот, да, вертикально. И вторую часть, беру верхний слой вот так вот, все подняла вверх, и прям по кончикам чисто прошлась. Вот так вот, да, вертикально ножницы. И вот эту часть. Что-то там запуталось у меня. Запутались. Да, все вот так подняла. И профилировала снова. Вот теперь вот я уже бегала, да, и я, видимо, сейчас вот буду... Вот видите, мне не нравится, он чуть-чуть вперед. Он же должен быть лесенкой такой красивенькой тоже. Я одну сторону легко как бы подровняла, и опять же все филировочно делала, аккуратно. Потому что если делать не филировочно, а реально резать конкретные вещи, то все, походу, я уже... В общем, если конкретно резать, то видно будет, понимаете? А филировочка, она очень аккуратна, она делает слои. А, это я взяла уже весь хвостик, решила профилировать. С одной стороны, с другой стороны. Чтобы, знаете, как бы смиксовать вот это вот все дело. Вот. А вот, видите, вот буду равнять сейчас, потому что оно каким-то углом идет. Сейчас мы будем делать плавненький переход филировочный. Вот так вот. Совсем маленькие вот эти вот штучки, вот-вот-вот, да. Вот, мне они не очень нравились, вроде бы я их везде подровняла. Прямые волосы, мне кажется, легче стричь. Хотя сказали, что лесенкой, типа, легче. Хотя, мне кажется, прямые. В прямых главное, он сделал начало, там вот как в начале, да, мы обрезали, и все, по ним потом равняешь все. Главное держать прямо голову и ровный пробор, и все. А здесь, блин, поднимать вверх, потом равнять, мне кажется, это сложнее. Вот. Не знаю, еще я буду так в своей жизни делать или нет, но опыт прикольный на самом деле. Прям если совсем загорится и денег не будет, то можно и дома сделать все аккуратненько. А так, конечно, я потом пойду в салон, чтобы мне все это красиво сделать. В принципе, ничего получилось. Так что, если понравилось, ставьте лайк. Пока-пока!